Новая площадка для активного отдыха подойдет самарцам всех возрастов. Здесь есть разнообразные секции и детская зона. Горожане смогут поиграть в футбол, стритбол, баскетбол, а также попробовать себя в стрит-воркауте. Для тренировок оборудовано специальное место. Площадь объекта 620 квадратных метров. Есть несколько рамп для велосипедистов и скейтбордистов. В торжественной церемонии открытия нового спортобъекта приняла участие глава Самары Елена Лапушкина и управляющий самарским отделением банка. Мы действительно создаем место притяжения. Набережная является местом притяжения для наших гостей и жителей города Самары. Но вот сейчас дополнительная площадка появляется, которая также будет притягивать людей. Новый спортобъект между улицей Маяковского и Чкаловским спуском – результат совместной работы бизнеса и городских властей. Новая площадка появилась на средства уникального социального проекта финансовой организации. Это первая подобная программа, которую запустил банк на территории города. Городские власти очень быстро реагировали. Мы буквально за месяц получили все разрешения, всю поддержку по поиску места, по разрешению, где сделать, что делать. И большое спасибо за это. И, конечно, это бизнес, потому что мы понимаем, что мы работаем с клиентами, да, мы работаем с жителями города, мы должны что-то приносить. Программа называется «Спасибо», и мы говорим «Спасибо» таким образом. В будущем площадка может перейти в муниципальную собственность. Сейчас проходят переговоры. Но, как отметил представитель финансовой организации, до момента обретения нового владельца спортобъект будут содержать за счет средств банка. Михаил Ермоленко, Константин Головин. События.